Отношения разработчиков и отношения пользователей к своему бизнесу не всегда совпадают. Я хотел бы поговорить с вами об отношении пользователей к своему бизнесу. Почему одни зарабатывают больше монет, а другие меньше, хотя условия для всех одинаковые. Для того, чтобы монета была востребована, необходимо постоянно улучшать техническую составляющую монеты, качество обслуживания и добиваться постоянного роста комьюнити. Пользователи монет. Пользователи, которые находятся с самого начала в теме, знают, что над платформой постоянно работают. Постоянные новостные публикации, релизы, дополнения и улучшения системы являются доказательством данного факта. Я достаточно долгое время зарабатывал и зарабатываю в интернет-проектах и замечаю, что пользователям и партнерам очень не нравится, когда им не уделяют достаточного внимания со стороны администрации. То есть нет информации, прогрессии, разработок, технической поддержки, обратной связи с аудиторией в виде презентаций, вебинаров, рекламных и вспомогательных материалов для продвижения. Люди активно обсуждают эти недостатки, призывают создателей и разработчиков к устранению данных проблем. В случае с монетой Акрона все достаточно наоборот. Все начиналось в первом квартале 2018 года, и уже прошло больше года с момента старта платформы. Все партнеры, которые вступили в клуб, с самого начала получали качественный продукт и постоянные улучшения и доработки. И сегодня идут постоянные релизы и обновления. Ни разу за все время работы не было отключения сайта, и никто из сообщества не видел объявления «Сайт закрыт на техническое обслуживание». Все работы по модернизации всегда проводились в режиме онлайн. Технические специалисты стараются сделать данные процессы без ущерба для пользователей. Это не обсуждается. Таковы правила. Клиент не должен испытывать неудобства. С самого начала работы над проектом пользователи получают регулярные новости, и у всех перед глазами находится дорожная карта, работы по которой всегда выполнялись в срок. И даже в таком случае находятся партнеры, которые остаются недовольными. В основном большинство партнеров воспринимают это как должное. Монета создана, процесс запущен и возможность зарабатывать по алгоритму постмайнинг дана каждому владельцу кошелька сети AON. Все работы всегда выполнялись согласно дорожной карте. Все изменения всегда сопровождались новостными публикациями во всех официальных источниках. Всегда были и будут такие люди, которые следят за происходящими событиями, и те люди, которые предпочитают видеть самое плохое и очень ярко заострять на этом внимание. Лично я отдаю предпочтение адекватной аудитории. Отношения разработчиков и отношения пользователей к своему бизнесу не всегда совпадают.